сказала, но я не скажу никогда срок, когда нужно прийти учиться. Этот срок самоуверенности и эйфории наступает у каждого человека по-разному. Ну давайте мы будем брать, не будем брать людей, которые ездят только летом на дачу, да, или которые выезжают только по... А вот которые ездят постоянно. Если смотреть статистику, к сожалению, это от 2 до 5 лет. Вот этот период начинает... Критичный период, как в браке прям. Он начинает происходить. И делают очень грубые ошибки водители, считая себя уже великими мастерами управления автомобилем. К сожалению. Это и скорость, это несоблюдение дистанции, это выезд на встречную полосу, обгон самое страшное, что может быть. Вот это все возникает в эти вещи. Но это опять статистика. По мои наблюдения, мой опыт. А так всю жизнь необходимо совершенствоваться, необходимо учиться. И меняются автомобили, меняются их технические характеристики, меняется улично-дорожная сеть, резко меняется в последнее время. Меняется покрытие, меняется даже самая резина, меняется, ну, все что угодно меняется. Меняется темп жизни, меняются пробки и так далее. И каждый, я считаю, какой-то период необходимо в той или иной степени повышать свое мастерство. Будь то ты профессиональный водитель, будь то любитель, который управляет в городе, по крайней мере, хуже этого не будет.